Друзья, мы на ProdExpo 2021, и рядом со мной спикер Дмитрий, у которого потрясающий сервис, и я очень хотел бы, чтобы он нам про него рассказал. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Что мы делаем? Мы размещаем продукцию производителей в мобильных банках. Тинькофф, ВТБ, Почта Банк, Альфа Банк. То есть клиенты банков, суммарно около 20 миллионов человек, видят продукцию, могут купить ее в любом магазине, неважно, Пятерочка, Азбука Вкуса, Магнит, офлайн, онлайн. Далее загружают чек с помощью сканирования QR-кодика. И если в чеке есть акционный товар, то они получают вознаграждение. Тут выгода и клиенту, и производителю. Производители платят не за охваты, клики, показы, вот не за это, а платят за только тех клиентов, которые покупают их продукцию. Потрясающе. Правильно я понимаю, что этот сервис стал наиболее популярным именно в этот момент, когда была пандемия, когда люди научились и стали считать деньги, если раньше этого не делали? Да, именно так. И сейчас уже большие банки подтягиваются, большие площадки. Это ВТБ, Тинькофф банк. То есть аудитория постоянно увеличивается и добавляются производители. Сейчас у нас в каталоге более 100 акций от таких брендов, как Сибирская коллекция, Село Зеленое и так далее. Будете ли расширять ассортимент, может быть, какими-то другими продуктами? Можно будет в какой-то момент по кэшбэку купить машину через Тинькофф, например? Да, можно. Мы сейчас запускаем сантехнику премиальную и кэшбэк на бытовую технику. Вот. Но в основном это FMCG-товары от производителей: колбаса, хлеб, сыр, кондитерка. Вот такие. Поэтому мы, собственно, на этой выставке общаемся с нашими клиентами сегодня. Да, я думаю, что производителям будет наиболее полезно и интересно пообщаться с вами, потому что, я так понимаю, сервис молодой, и пока еще не было представлено широко такого возможности взаимодействия покупателя и производителя. Какие-то планы у вас на следующий год? Может быть, хотите что-то нам нового рассказать или, наоборот, придержать в секрете? Да, это сервис молодой, инновационный. Мы являемся участником Сколково. Инновационность заключается в том, что производитель получает прямой доступ к своим потребителям, минуя сети. То есть нет привязки, что там акция только в такой-то сети, а акция, она, например, кэшбэк во всех магазинах сети, вот, что является наиболее удобным. А по итогам акции производитель получает статистику, какие товары с какими сопутствующими товарами покупают их клиенты. И в целом поведение домохозяйства. Вот клиент, вот так он себя ведет, в такие-то дни покупает такую-то продукцию, такие-то сопутствующие товары. То есть максимально подробную аналитику, которую можно использовать в дальнейшем для увеличения продаж. Потрясающе. Получается, в выгоде и покупатель, и продавец. И банки. И банки. Все в выгоде. Спасибо вам огромное за ваш труд. Очень интересный сервис. Мы желаем вам удачи и надеемся, что в следующем году вы представите еще что-то новое, революционное, что изменит нашу жизнь. Спасибо огромное. Спасибо большое.